Вас традиционно приветствует бык-астролог, а это значит, что в эфире гороскоп. И на этот раз он будет адресован людям, которые согласились променять радость бутылочки пива после работы и заслуженного сна до обеда в выходной день на цель жизни в виде круглой олимпийской жестяночки из фальшивого золота. Итак, гороскоп для спортсменов. Овны. Во время кризиса есть смысл совместить тренировки с чем-то полезным с точки зрения быта. Особенно, если вы бегун. Согласитесь, когда ваш спарринг-партнер по бегу охранник из супермаркета, стимул ставить рекорды намного выше.